Здравствуйте всем, с вами я, Дима, и канал «Владелец аквариума». Неделю назад я запустил классический аквариум, и давайте же посмотрим, что с ним, всем, наверное, интересно. Вот так вот он выглядит. Как видите, меченосцев здесь нет, и растения вырваны. Почему? Потому что меченосцы принесли мальков, и пришлось вылавливать их, и растения немножко из грунта вытаскивали. Вот вы можете увидеть мальки. Их всего осталось 6 штук. Есть, кстати, и белые, и вот черные. Смотрите, какой. Интересные расцветки такие у них появились. Такой серенький вот и какой-то более прозрачный вот малек. В общем, 6 мальков, ребята, есть. Ну, по растениям, конечно же, непонятно, как они прижились, но корни, видите, вот они пустили за это время. Сейчас я солью воду, так как вода немножко желтого цвета, если вот сравните с другим аквариумом. Это все из-за того, что тут первая лава, второе тут питательный грунт. Вот, и подменю немножко воды, посажу растения обратно. Вот, ну, а меченосцы, вот, кстати... Вот посмотрите, может на паузу кто поставит, скажет, кто это, самка или самец. Вот. И вот второй меченосец, вот он тут шифруется. Не знаю даже как показать, не хочется пугать его. В общем, они тут с формозами живут, вроде нормально, формозы все целые, прячутся вот тут в мхе. Вот. Чем кормлю мальков? Давал даже масуру, оставшуюся от креветок. И у меня вот есть гриндальский червь. Вот он. Тут на кусочках сыра он собирается. На вот такой вот пластиночке. Я окунаю воду, и рыбы с удовольствием поедают. Мальки так тем более. Я уже проверял. Вот. Еще раз большое спасибо Паше с Ровно, который мне вот эту культуру гриндаля презентовал. Уже и тут я ее развел. Вот. Ну, в общем-то, сейчас буду наводить порядок и покажу, что будем делать дальше. Как это будет выглядеть после подмены воды. Слил 10 литров воды. Думаю, хватит для подмены. Сейчас посадим растения и залью 10 литров свежей с крана. Вот, кстати, можно посмотреть, как работает фильтр. Кстати, классная фишка. Я купил тут еще пару фильтров для других аквариумов. Смотрите, можно чистить... Почему-то тут не работает эта функция. А вот, если забилась дождевалка, смотрите, специальная эта штука есть. Вот так вот можно чистить. В общем, все, сейчас буду садить растения. В общем, вот что получилось. Растение воткнул обратно. Пообрывал старые листики, которые начали отмирать. Долил водички. Водичка стала светлее. Вот. Будем ждать еще неделю. Посмотрим, что же будет через неделю. Как будут расти уже мальки и растения. Родители пока пусть... Тут с формозами живут. Ну вот. По этому аквариуму, ребята, пока все. Кому понравилось, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии.